Всем привет, с вами Тимон, это канал Digital World. И мы продолжаем проходить величайшую игру вселенной под названием Доктор Кто. Континуа. Дошли мы с вами в прошлый раз до Императора, практически. То есть мы сейчас к ним поднимемся. И все, что нам осталось сделать, это сделать Император. Поэтому, Джеронимо. Других слов у меня просто пока что нет, но сейчас все будет. Так, мы все хакнули, по-моему, да? Блин, я опять отвык от управления. We need to take the lift. Да ладно. Ну, погнали. Я просто думал, хакнул я все или не все. Так, а где тут лифт-то? А я опять заблудился. Эми, ты где? Амелия? Ладно. Амелия? А, вон ты где. Пошли. Так. А, ну да. Как же по-другому, я же забыл совсем. Открывайся. Нет. Наверное, внутри дерева. Твою за ногу. Ага. Да ты стебешься. Никого здесь нет. We should be safe now. Да. Вполне себе в безопасности. Where to now? Наверх. Straight to the top. Верховному залу совета. The Supreme Council Chamber. Мы же собирались наверх, как куда? Ощущение, будто оно прочло мои мысли. Технология Даликов. Чудесно. Если бы только не пользуюсь им для уничтожения всех и вся во всех временах. Стоять! Вы будете доставлены к Императору Даликов. Какая удача. Он-то нам и нужен. Говори за себя. Ты пойдешь с нами. Пожалуйста, ведите. В своем репертуаре. Я офигею. У нас осталось практически, ребят, последнее, совсем чуть-чуть до конца эпизода. Ну, вы, наверное, и сами это понимаете. Это можно не переводить. Ты знаешь меня? Это здорово сэкономить время. У меня есть вопрос. Ты когда-нибудь задумывался, что будет, если вы спровоцируете разрыв временного континуума? Далеки будут хозяевами времени и вселенной. Ага, сейчас. Вы должны остановиться. Полиция времени не может быть одурачена в таких огромных масштабах. Нет, они слишком могучны, чтобы подчиняться кому-либо. Убеждайте, что не обращали на них внимания. Ты уничтожишь Даликов и все остальное. Покажи мне источник вашей силы. Император Даликов не подчиняется приказу. Какова польза от силы, если ее некому показать? Заставить дрожать от страха? Давай, покажи мне, напугай меня. Зри могущество Даликов, бойся. Ты кому это сказал, а? Вот серьезно? Нет, не может быть. Что это? Око времени. Еще могущественнее, чем сердце Тардис. Его сила больше, чем сила любой когда-либо осознанной Тардис. Выращенная повелителями времени много веков назад и потерянная. Ок, единственное явление, некоторые говорят, а естественно, что это сердце времени и самого пространства, сама суть большого разрыва.
Повелитель времени держали его под ионным полем, но когда Галлифрей был уничтожен, оно исчезло во вселенной. Далеки нашли его, оно наше. Далеки новые повелители времени. Даже не мечтай, повелитель времени использовали его силу во благо вселенной, не для разрушения. Слаб. Скоро во всем времени и пространстве будут одни только далеки. Дальше что? Ваша цель — уничтожать все и вся. Эра, уничтожить доктора. Джеронимо! Ну просто прыжок в никуда и во все остальное. Я бы даже сказал, прыжок везде и в никуда. Ну сейчас увидим, куда это в никуда нас приведет. Я примерно знаю, куда нас приведет это в никуда. Вы ждали продолжения фраз? Ладно. Потому что я проходил этот эпизод. Ну, в курсе. Единственное, обидно то, что только он на русском, ну и то сломанным русификатором. До Галлифрея, до Галлифрея, до Скара у нас все было прекрасно с русификатором. А вот что-то на Скара, видно, ребята, создающие русификатор, подзабили, поэтому как-то так. Думаю, ран Эми, это всем понятно. Беги, Эми. Ну вот как-то так. Ты в порядке? Yes. Да, что произошло? Те временные координаты, помнишь? Здесь был Калан до того, как далеки вернулись сюда в высоком времени. Похоже, они скоро будут здесь. Скоро император пошлет за нами куда больше далеков, прямиком через Око. Мы должны подготовиться. Что будем делать? Установим ловушку? Вот, ребят, вот здесь для меня было, вот в этом зале для меня будет очень тяжко потом. Это самое, что было жопное на самом деле для меня. Поэтому... Дай-ка снять не режем. А, он обесточен. Угу. Окей. Ой-ой-ой. Не-не. Я буду стараться так не делать. Да. Опасное, но очень красивое место, на самом деле. Ну, мне нравится. Не знаю, как остальным. Угу. Ну, окей. Вот оно чё. Ладненько. Да. Жутко, конечно. Походу, император, что ли? Тут все разрушено. Там, по-моему, здесь и были. Или нет, не здесь. Ну, место похожее. Не, не здесь. Ладно. А, ну да, точно. Я помню, что я где-то... Потому что где-то здесь что-то я собирал. Оп. Ну, у нас карманы больше внутри, чем снаружи. Поэтому все прекрасно. No time to у нас время, мы должны установить ловушку до прихода далеков. А, окей. Чего? Правда, не дотянуться до груды мусора, цепь не соединить. Ладно. А, окей. Правда, должен соединить эту развалину с генератором, чтобы установить ловушку. И отвертка нам в этом поможет. Отвертка помогает всегда. Может, тогда нам понадобится один далек. Или два. Так. Просто переключить. Да.
Окей. А, хотя... Там еще панель сверху была, но... Доктор? Это снова происходит. Мы снова прыгнули во времени. Хроновый блокиратор здесь не работает. Держи семьи, я спасу тебя. Обещаю. Ну, привет. Бада-бум. Остайся со мной, Эми. Я в порядке. Идем, нужно быть начеку. Нам нужно проверить, что задумали далеки. Пойду в смотровую комнату, посмотрю, что можно сделать. Блин, я не помню, зачем нужна верхняя панель. Давайте сгоняем, посмотрим, может, что... Нет, ну нет, так нет. Ну погнали в смотровую. Сейчас все сделаем. Ну да. Додумался идти через красоту, конечно. Эми? Так, а смотровая у нас слева или справа? Я не помню. Стоп. That's a Varga plant over there. These vines have a deadly sting. Будь осторожен. To get past, we'll have to time carefully. А, здесь я тоже долго косячил. В прошлый раз. В первый раз. Так, окей, ладно, это Варга. А, через Варгов я бегал, да. Угу. Так. Вот, заметьте, не я накосячил. Я все сделал четко. У меня все шикарно было. Так, а в лифт нам не надо ведь вроде, да? Он же не работает. Да. Варга, конечно, не враг доктора, но просто... Что? Что? The lift won't work anymore. Let's look for another way down. А, ну да. Perhaps there's a hole in the floor somewhere. Так есть, конечно. Я просто частично помню, как я уже говорил, частично не помню. Так, ну вот, по сути, смотровая у нас. А, мы снова здесь. Ага, сейчас. Куда ты плюешься? Угу. Ладушки. О.
достижение. Шикарно. Тихо. Я понял, что нам туда. Эми, только не затупи. Вот, Эми, пожалуйста. Let's check out that visualizer again. This should do the trick. Защитить Каолон. Подготовиться к активации по времени. Верхом Далек тоже еще. Что же будем делать? Мы должны вызвать Тёка до того, как Далеки активируют его. Естественно, линия времени будет восстановлена. Далеки не разрушат Землю и Эми Понд. Ну, все будет хорошо. Как же мы собираемся проделать это? Разве у меня когда-нибудь был план? Все, что нам нужно, находиться здесь. О. Это связано с глазом каждого Далека. Если у меня получится перепрограммировать его, мы сможем повредить их зрение. Нам не хватает нескольких частей из производственного отсека. Ох, кажется, я поняла, что ты думал. Могла бы ты раздобыть для меня несколько вещей, пока я разберусь с этой штуковиной? И что же тебе нужно? Чашечку чая, пирожок, оружие Далека и держатель глаза Далека. Я советую поторопиться. Ага, очень смешно. Удачи, я открою дверь. Ну вот, ребята, подошло время, когда мы будем играть за Эми. И как понимаете, у нас пусто, у нас нет твердки. То есть мы действуем практически наобум. Ага. It didn't see me. Looks like invisibility can have its advantages. Ага. Им что, типа похрен? Пока ты моргаешься, они тебя не видят, да? Круто. Это удобно. Да блин. О как. Там все еще есть Далек. Твою-то за ногу. Да вылези ты отсюда. Глазной стержень, лишь бы он был в порядке. Так, оп. Одна вещь есть. Тем же делу чевой раз. Нифига себе, она даже знает, как они называются. Вот реально, взяла бы да подтянулась. Блин. Офигеть. Я вне зоны видимости. Так. Мне бы еще понять, куда мне. Так, не-не-не-не-не. Хорошо, оружие Далека. Надеюсь, еще работает. Давай заберем. Сегодня, ребят, без Вантуза.
Так. Ну теперь все, что мне нужно, это вернуться назад. Это будет, конечно, сложнее. И мы с вами, наверное, смогем. Так, а. Все здесь коммунизиться могу, да? Мать твою. That was lucky. И не поспоришь. Блин. Да, нельзя надеяться на удачу. Так, у меня... А, у меня все есть, слава богу. Слава богу, у меня все есть, у меня все нормально. У меня все хорошо. Блин, твою за ногу. Слушай, если еще раз, я из тебя выру вантус и настучу им по голове. Я, блин, не помню, сюда мне, не сюда мне. По-моему, мне просто вон туда обратно. Туда-сюда, обратно. Эми неприятно. Все? Oh, thank goodness for that. О, слава богу, все закончилось. Да, у нас получилось, ребят, добраться. Ну, выбраться. Мы с вами должны смочь. Подумаешь, император Даликов. Нашли проблему. Brilliant. Великолепно, ты все нашла. За работу. Let's get to work. Вот. И что самое обидное, они же не остаются. Вот, допустим, даже проводишь, если два проведешь. Вот иру. Фиксируем. Так. Давай. Фиксируем. Так. Вот так. Блин. Да вы что, прикалываетесь? Интересно, у меня глюки или они начали двигаться быстрее? Все слетело. Вот это и обидно, что слетает все. Я не знаю, была бы сохраненка хоть что ли там после каждой удачно проведенной точки.
С одной стороны вроде элементарно, с другой стороны капец как сложно. Так. По стандарту сначала в центр. Фиксируем. Шикарно. Давай, 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 давай. Все. Фух. Она слепит даликов, но радиус ее действия ограничен. Лишь бы у меня получилось устроить его в трон императора. Это выйдет из строя всех даликов в комнате. Доктор, опять? Мне очень жаль. Мы убежали сквозь время. У нас все получится. Но нужно действовать незамедлительно. Открыть око. Сейчас или никогда. Их слишком много, доктор. Они сразу убьют тебя. Давай лучше я. Я смогу. Ты должен отпустить меня. Проблем-то? Get back in there and make your way to the Emperor. Only break cover when you feel yourself fading. But hurry. Какая удача. Шикарно. Что ж, давайте установим. Так-то лучше, доктор. Шикарно. Бриллиант. Зрение рыжие далеки атакованы. Далеки атакованы. Теперь я должен уничтожить магнитное поле генератора, чтобы освободить око. Вот, ребята. Вот в этом была моя проблема. Вы понимаете, что нужно сделать? Я должен найти способ выйти дальков и вырубить генератор через консоль. Как нифиг делать? Это серьезно. Понимаете, дело в том, что туда пройти проще, чем вернуться. Ребята, мне надо подняться наверх. Но я не знаю, как это сделать. Мне это с первого раза никогда не получалось. Да, ребят, тут еще и на время. Я просто не помню, каким путем мне нужно идти. Давай, 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 давай. Не проблема. А без Эми не выйдет. Блин, я что-то затупил. Exterminate.
Да, мне насрать. Вернуться к Эми. Давай, 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 давай. Беги, беги, доктор, беги. Эми? Доктор? Джеронимо! Ха, вот что называю от двери к двери. Осторожней, осторожней, успокойся. Я в порядке, мы сделали это. Ха, конечно, мы сделали это, смотри. Это Калан, каким он должен быть разрушенный. Но как сюда попали? Глаз просто вернулся в тот момент, когда мы вошли. А Земля? Мам, не будь такой старомодной. Еще только 10 утра, я сама могу позвать соседей. Что? Если я опоздаю, это не конец света. Ну привет, последний человек. Итак, ты говорил о том, что хочешь встретить Ринго Стара? Ну, ребят, это было круто. Это было круто. И... В принципе, нас ждут также еще приключения сквозь пространство и время, путешествие на Тардис и много всего того, что вы могли увидеть в сериале. Точнее, всех тех, кого вы могли увидеть в сериале. В общем, на этом у меня все. Что я вам могу пожелать? О, да, именно. Могу вам пожелать только того, чтобы у вас всегда под рукой были печеньки Джимми Доджерс. Всегда лежала рядом ковбойская шляпа и само собой феска. В общем, всем спасибо. Всем Джеронимо. С вами был Тимон.